Посланник Аллаха Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Еще поститесь, наверное, стара, поэтому тоже бывает, когда постишься, вот язык заплетается и так далее, что-то хочешь сказать, другое говоришь, такое бывает. Касательно, то есть Корана, вообще, чтобы понять религию, мы не можем взять один аят, выдернуть из него и строить на этом религию. Коран понимается ая-ая, то есть он собирается как мозаика. Почему? Потому что есть один аят насих, другой мансух. Один аят стирает другой аят. Есть аят, который, например, что-то говорится, но другой аят разъясняет второй аят. Например, Аллах субхану ва тааля в Коране говорит там, если кто-то сделал такое-такое дело, освободите рабыню. Раньше, когда были рабство, когда было. И начали думать люди, какую рабыню? Там темнокожую, светлокожую, верующую, неверующую. Аллах, то есть в другом аяте говорит, ракабат аль-му'мина. То есть освободите верующие. Без разницы, какая главное дело, что была верующая. То есть этот аят делает тафсир этому аяту. То есть в другом аяте Аллах субхану ва тааля говорит, вот касательно вашему вопросу, ля таттахиду ль-яхуду ва-насара аулия, то есть где Аллах субхану ва тааля говорит, то есть не берите там соратники, близкие друзья. Что стоит, говорится, вали, аулия, что это такое? Аулия — это не переводится, как на наш русский язык, друзья. Аулия — это тот человек, который самый приближенный к тебе, который ты можешь полностью во всем довериться и так далее. Почему? Потому что если он уже атеист, неверующий в Бога, предал Бога, значит, он первоначально тебя может предать. Если он своего Творца, Создателя предал, не верит в Создателя, тогда он в тебя тоже, если первоначально может себя предать. То есть здесь Аллах субхану ва тааля как бы нас предупреждает. Но это не означает то, что плохо к нему относиться. Нет. Потому что в другом аяте, в сурат аль-мумтахина, Всевышний говорит: «Ла янхакум Аллаху ани ладзина лам юкатилюкум фид-дин, ва лам юхриджукум мин диярикум, ан табаррухум ва тукситу илейхим, инна Аллаха юхиббуль мукситин». Всевышний Аллах субхану ва тааля говорит, по отношению к тем неверующим, которые не начинали с вами, заметьте, не начинали первые с вами воевать из-за вашей религии. Второе, не изгоняли вас из ваших домов. Аллах субхану ва тааля говорит, относитесь к ним хорошо, с любовью, с добротой, справедливостью. Поистине Аллах любит справедливых людей. Но человек, если он начинает с тобой враждовать, начинает с тобой войну вести, второе, он тебя изгоняет из твоего дома, то ты тут ему отпор даешь. И без разницы, верующий он или неверующий. То есть кто-то из нас, например, сейчас к нему в квартиру забегает там или еще что-то, начинает там насиловать его семью, убивать детей. Кто-то будет смотреть просто, что ли? Нет, конечно, он будет заступаться и так далее. То есть по отношению к этим Аллах субхану говорит, давайте отпор. А по отношению ко всем и так далее. Человек, даже если он атеист, к нему хорошо мы должны относиться, мы должны с ним хорошо общаться, показывать свой благой нрав. Но касательно не берите в себе их близких друзей, то есть что, как бы, близкого друга возьми лучше верующего. Почему? Потому что он более надежный. Вот это вот имеется в виду. Но какие-то отношения деловые тоже можно иметь. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям вел торговлю и там с неверующими людьми. То есть нормально все. Касательно. И также он, аль-хамдулиллах, даже, я более того вам скажу, его дочка пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, Зайнаб, от Хадиджи, у него было, у пророка саллаллаху алейхи ва саллям, в общем, было 7 детей. Аль-Касим, Абдулла, Ибрахим, Умму Кульсум, Зайнаб, Рукайя, Фатима. Все были от Хадиджи, кроме Ибрахима от Марии был. Зайнаб, ее муж был Абу-л-Ас. Абу-л-Ас, он был неверующим. Потом пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям переселился куда? В Медину. Все мусульмане жили в Медине, а их враги, курайшиты, они были в Мекке. И дочь пророка, она была мусульманкой, была замужем за язычником Абу-л-Асом. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям их не развел. Она вместе жила на территории Мекки, там, где в тот момент в Мекке были курайшиты и идолопоклонники. И вдруг начинает первая битва в исламе. Какая, братья? Бадр, которая в Рамадане была. Бадр была в битве в месяц Рамадан. Против пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, на той стороне, получается, против своего тестя, кто был? Абу-л-Ас, муж его дочери, Зайнаб. Абу-л-Асу, курайшиты, знатные курайшиты, сказали, разведись, Зайнаб. Мы тебе лучшую курайшитку дадим, оставь эту дочь пророка. Она была мусульманка. Он говорит, нет, если я не разведусь, это моя жена, я ее люблю. И вдруг мусульмане побеждают в этой битве и берут в плен курайшитов и попадают в плен Абу-л-Ас. Представляете, Абу-л-Ас попадает в плен у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И теперь что нужно? Выкуп за пленных.
Каждый из Мекки что-то присылает. Уже Хадиджа, жена пророка, мама Зейнаб уже умерла. Каждый что-то присылает, деньги и так далее. У Зейнаб ничего не было, кроме ожерелья, которое ей мама Хадиджа подарила перед свадьбой. И она присылает. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, когда видит, что трофеи пришли, что там выкуп и так далее, видит то, что там ожерелье его супруги, которая подарила его дочери Хадиджи, берет ее, начинает нюхать. «Хади хакуду Хадиджа, хади хакуду Хадиджа». То есть как он по ней скучал, как он любил свою супругу, которая умерла. Это, говорит, ожерелье Хадиджи, это ожерелье Хадиджи. И потом сказал им, говорит, я прошу вас, говорит, с подвижником, я вам хочу попросить вас, я вам не приказываю, но смотрите, как вы решите. Если вы вернете это ожерелье, потому что знал, как тяжело его дочке там находиться среди неверующих, и как дорого для нее ожерелье его мамы. Если вы сможете вернуть это ожерелье ей и отпустить пленного Абу-л-Аса, то это будет хорошо. Если не сможете, тогда это ваши трофеи, которые вы получите. То есть выбор им оставил. Смотрите, какой нрав его. Он не сказал, я вам повелеваю, я ваш главный. Нет. Тогда подвижники поняли, говорят, нет, мы вернем и отпустим его. Он, хорошо, Абу-л-Ас, я тебя отпускаю, выкуп твой принят, верни его Зейнаб. Но я беру с тебя слово, Зейнаб верни в Медину, потому что ей тяжело там среди без отца, без мусульман и так далее. Там, он, хорошо. И вот в этот момент он поехал и сдержал свое слово и вернул Зейнаб пророку Мухаммаду, но не развелся. То есть посмотрите, какое вот отношение было. Это не просто, так скажем, неверующие, а это враги, которые воевали с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям. И как отнесся посланник Аллаха, он еще сказал, он говорит, «Ва'адани фа'ауфани ва'ад». Он говорит, он мне обещал, и как прекрасно выполнил свое обещание. Второй же момент, когда на них, когда он караван шел в Шам, тоже Абу-л-Ас был с караваном, и на них тоже напал Зайд ибн Харис. Напал и забрал их все, что принадлежало их каравану, все их богатства, забрал и отвез в Медину. В этот момент Абу-л-Ас убежал, успел убежать. И забежал в Медину и начал прятаться в доме своей супруги Зейнаб. Говорит, укрой меня. И когда была утренняя молитва, Зейнаб вышла, когда пророк Саласа проводил, начала кричать, я хочу вам сказать, чтобы вы все знали, то, что Абу-л-Ас прячется у меня дома. То есть про своего мужа говорит, я его взяла на свое попечительство. Тогда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям поворачивается и говорит, «Асами'ату ма сами'ату?» Вы слышали то, что я слышал? Или мне показалось? Да, слышали. И тогда он, смотрите, опять же, второй раз, как поступил красиво. Это по отношению к кому? Посланник Аллаха, по отношению к неверующему человеку. Более того, не просто неверующему, врагу своему, который был враг, несмотря на то, что он был мужем его дочки, но они враги были. И тогда он говорит, смотрите, сахабам обратился, сейчас Абу-л-Ас здесь. Абу-л-Ас здесь. Говорит, дочка взяла его на попечительство. Как вы думаете, если мы вернем их имущество Курайшитам обратно в Мекку? А если не хотите, то это трофей, который вы получили. То смотрите, он как он был, пророк саллаллаху алейхи ва саллям. На что они сказали, мы поступим, давай так, вернем. И поехали в Мекку, все из Медины, 400 километров, это не как сейчас, там комфортабельно, автобус, поезд, скоростный, нет, скалы, там скорпионы, змеи, сколько пешком шли, на лошадях, на верблюдах, отвезли все имущество Курайшитам. И потом Абу-л-Ас сказал, «Ашхаду Алла Илляха Илляллах, ашхаду Анна Мухаммад Расулла», принял ислам и говорит, я свидетель, что нет Бога, кроме Аллаха, что ты Мухаммад, раб и посланник Аллаха. Я бы еще раньше принял, говорит, но я боялся, что вы подумаете, что я принимаю ислам ради того, чтобы вы мне отдали вот эти имущества. А сейчас вы отдали им, все, теперь как бы у меня нет ничего, то есть я могу так же жить, как и жил, но я ради Аллаха принимаю. Потом уже через какое-то время, через 8-м году по хиджре, Зейнаб померла, и уже потом, после нее, через какое-то время правления Абу-Бакра, вот это Абу-л-Ас, будущий мусульманин, тоже покидал. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, его уже изгнали, его родственники из его города, но несмотря на это, его звали Амин, Садик Аль-Амин, тот человек надежный, которому можно было доверять. Курайшиты все свои сбережения, банков не было, спрятали, хранили у кого? У пророка Мухаммада. До того, как он сказал, что он пророк, то есть обил своего пророка. Почему? Потому что знали, что он честный, он не обманет. И потом посланник Аллаха, они же, когда на него напали, он что сделал? Он мог бы взять это, так скажем, и бежать в Медину, да? Он пошел и сказал, верните всем по домам, вот это его, всем своим врагам, и сам пошел в Медину. Вот такое отношение должно быть. Что касательно, не берите близкие друзья, то есть имейте, не доверяйте им так сильно. Это не значит, что плохо относитесь, нет, не значит, что там, а имеется, ведите торговые отношения и так далее, но почему нельзя ему доверять, потому что, опять же, объясню вам, опять же, если он предал Всевышнего Аллаха, то он тебя также может предать, как предал Творца.